В Дагестан прибыл трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Визит легендарного спортсмена связан с ходом подготовки к чемпионату Европы. В ходе своей двухдневной рабочей поездки Александр Карелин в сопровождении президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и его заместителей отправится в Дербент, посетит заседание оргкомитета чемпионата и сыграет в баскетбол с титулованными спортсменами. Мы понимаем, что проблем с наполнением зала не произойдет, потому что борьба популярна. В России, на Кавказе особенно, в Дагестане тем более. Поэтому здесь, конечно же, основная задача посмотреть, как идет подготовка, что укладывается в регламентные сроки, обсудить еще раз заявочный список предполагаемых участников. Ну и, конечно же, повстречаться с вашими коллегами, потому что мы по получению Михаила Дерасовича свяжем очень большие ожидания с работой пресс-центра. Ну, как всегда, будем ждать наших гостей, жесткую конкуренцию, красивую борьбу, и то, что действительно россияне, дагестанцы, Северный Кавказ воочию увидят искрометные встречи и отдадут дань уважения победителю и обязательно по-мужски посочувствуют проигравшим. Я думаю, что вниманием будут окружены все, и вот это исконное гостеприимство, которое в России присутствует, особенно на Кавказе, им будут обласканы практически все наши гости, им уделено всем будет внимание. Напомним, что Карелин в конце марта уже посещал нашу республику. Он побывал в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева, встречался с руководством региона, пообщался с детьми в спортшколе «Спартак». И тогда в связи с событиями с Кемерово мастер-класс не состоялся, но известный спортсмен обещал провести его в преддверии чемпионата.